Власти заявляют о намерении продвигать экологически чистый транспорт и объявляют о введении зеленых регистрационных номеров для электромобилей, при том, что цены на новые номера такие же, как и на автомобили с дизельным двигателем – 550 леев. В других странах, как, например, в соседней Румынии, при реализации аналогичного проекта плата была более символической – 40 румынских леев, что эквивалентно 160 молдавским леям. Кроме того, это решение дало некоторые преимущества, такие как специальные парковочные места для подобного типа автомобилей, а также снижение или освобождение от некоторых налогов и сборов для владельцев электрокаров, учитывая, что они не загрязняют окружающую среду. Именно поэтому подобная инициатива в нашей стране подверглась критике со стороны некоторых водителей. Это многовато, хотя бы как старого. За 400 это нормально будет. Это неправильно, потому что это отражается, конечно, на карманы людей. Это, скорее всего, пополнит бюджет. Да. То есть просто так бескорыстно ничего не делается в этой стране. Это получается, что пополнение бюджета. Другие автовладельцы считают, что если власти хотят продвигать такую инициативу, как сокращение выбросов парниковых газов, оно должно делать это за счет средств из бюджета. Бесплатно сделать. За счет государства. Да. Или на следующее переоформление, чтобы были уже. Это все должно быть за счет государства, я так думаю. Потому что, ну, для нас, автомобилистов, я не вижу никакого резона. Я думаю, за счет государства. То есть никаких взносов с людей? Никаких, да. Потому и так люди так платят. Слишком дорого. Напомним, с 7 июня текущего года владельцы электромобилей должны будут приобрести номерной знак другого типа, зеленого цвета, за который им придется заплатить 550 леев. Об этом сообщили представители Агентства государственных услуг. В пресс-релизе ведомство отмечает, что зеленые номерные знаки станут отличительной чертой электрокаров, помогут лучше идентифицировать их на дорогах и что эта мера является частью усилий правительства по сокращению выбросов парниковых газов и в борьбе с изменением климата. Зеленые номерные знаки будут выдаваться как новым электромобилям, так и уже зарегистрированным.